Ребята, сделаем упражнение для снятия напряжения с пальчиков. Сядьте поудобнее и поднимите прямые руки вперед. Ладони к низу, спинка прямая, смотрите вперед и будьте внимательны. Начинаем. Повернули левую кисть и сжали в кулак. Раз, вернули обратно. Два, повернули правую кисть и сжали в кулак. Три, обратно. Четыре, добавим темп. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Замечательно. А теперь отодвиньте тетради и положите прямые руки на стол. Пальчики вместе. Закройте глаза, внимательно слушайте и повторяйте. Начинаем. Согните и сразу выпрямите указательные пальцы. Раз. Теперь средние. Два. Безымянные. Три. Мизинцы. Четыре. Теперь быстрее. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Ребята, молодцы!